Приветствую вас. Я думаю, что если и обратиться к наркологу вам, то ни в коем случае нельзя переоценивать его влияние, которое может оказать на вас, потому что нарколог может вам только помочь очистить, например, свой организм от токсинов, значит, которые есть, ну, как бы, от токсинов, которые есть в вашем организме, вот, но не более того, вот, там что, ну, как бы, в остальном, все-таки речь идет о психологической зависимости, вот, в остальном речь идет все-таки о том, что вы зависимы именно ну, от алкоголя по другой причине, да, то есть вы зависимы от алкоголя, потому что вы, как и сказал мой коллега, значит, для себя что там получаете в результате этого, в результате употребления алкоголя. Вот. А на мой взгляд, начинать нужно именно с того, с какого момента у вас появилась данная проблема. То есть, вы говорите, что вот вы 9 лет служите военным хирургом, и у вас появилась проблема алкоголь. Нужно понять, с чего она появилась. С какого момента она появилась, почему она появилась, вот. А из-за чего она появилась, вот это, пожалуй, очень важная история, потому что то, о чем вы пишете, да, в своем тексте, например, вы пишете скорее о следствии уже. Вы пишете о следствии. Но вы не пишете о причинах. А причина, она все же именно в другом, да, причина, она все же вот в том, что раньше у вас появилась у вас вот эта вот проблема алкоголя, да, появилась, вот. И, соответственно, именно с ней, вам и нужно работать. То есть, именно с причиной. Я полагаю, что пить, вот вы говорите, что у вас нет силы воли для того, чтобы, ну, отказаться, да, от
потребления алкоголя. А я полагаю, что дело здесь даже не в этом, не в том, что вам не хватает силы воли. Я полагаю, что дело здесь именно в том, что вам это нужно для чего-то, что вы хотите этого, что вы что-то получаете от этого, как, в общем-то, и сказали мои коллеги, опять же, вот, понимаете, какая штука. И вот это очень важный момент для вас. Что вы получаете, чего вы хотите, что вам нужно и так далее. И вот после того, как будут разобраны эти причины, будет подкорректировано ваше поведение, уже можно будет смотреть, являетесь ли вы алкоголиком на самом деле, или у вас потребление алкоголя просто используется как средство для для реализации своих желаний, своих потребностей и так далее. То есть не торопитесь себя записывать в алкоголики. Это, мне кажется, решение очень поспешное и слишком кардинально. Вот. В целом, я думаю, что так можно ответить вам на вопрос. Перед тем, как закончить, я бы хотел сказать пару слов о том, как проблема алкоголя может появиться у человека. Смотрите, вы пишете, что знаете о пагубных его свойствах. Вы пишете, что знаете о пагубных его свойствах, но все равно продолжаете это делать. Все наводит меня на мысль о том, что вы, может быть, за что-то себя наказываете. Опять же, я в этом не уверен, в том, что вы себя за что-то наказываете, но такое вполне может быть. Вот. Потому что, если вы, будучи врачом, да, вы врач, вы знаете, как обстоят дела в контексте алкоголя, и все равно потребляете, значит, возможно, вы стремитесь именно туда, именно к смерти. Вот эта установка, установка
что вы должны умереть. Возможно, неосознаваемая установка. Вот. Она может быть причиной того, что вы значит, употребляете алкоголь. Ну, например, там не спасли кого-то, может быть, когда занимались практикой своей, вот, не спасли кого-то. Может быть, еще какие-то истории у вас были, что привело вас к тому, что вам нужно умереть. Может быть, вы считаете, что вашей семье без вас будет лучше. То есть, ну, вот, тоже такой момент, да? Быть может, в своей жизни вы ну, ценного не видите, ничего, да? Вот. То есть, тут вот нужно разбирать. Это первое. Второе. Ну, как вы, наверное, знаете, да, алкоголь потребляется человеком как бы через рот и считается оральным поведением. Вот. И оральное поведение, это всегда про любовь, про потребность в любви. Вот. И получается, что вам не хватает любви, вот, то есть вам недостаточно любви, понимаете, какая история, то есть вы недополучаете любви, что может прямо вытекать из чувства вины, которое вы испытываете. Вот. То есть отторжение такое себя происходит. В таком случае вам нужно поработать над безусловным принятием себя, вот, значит, с тем, чтобы обрести гармонию. Вот. Тем, чтобы обрести свою внутреннюю гармонию. Вот, я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос по проблеме алкоголя. Вот. За неимением более полной информации, я полагаю, что это пока единственное, что можно вам ответить. Обязательно обратитесь к наркологу, пусть он вас очистит, после обращайтесь к психологу.
посмотрим, насколько вы пристрастились к алкоголю. Вот. Кстати, вы не пишете, сколько времени у вас такая история. То есть, вот. Сколько времени вы потребляете такое количество алкоголя? Это тоже очень важный момент. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи!